Так, пробую второй раз выйти в прямой эфир. Бывает так, что что-то, какие-то проблемы у Инстаграм. Надеюсь, что сейчас все исправится. Друзья, я жду вас. Я вас жду. Вот, попробуем сейчас еще раз посмотреть. Да. Юлечка, я тебя очень жду. Надеюсь, в этот раз у нас получится. Пока идет ожидание. Ура! Я здесь. Ура, Юля! Я переживала со Инстаграм, потому что у них бывают такие проблемы, иногда не сохраняют просто эфиры. Неважно, как Инстаграм, не Инстаграм, главное, мы вместе будем вести. Да, Юлечка, я так рада тебя видеть, давно не виделись. Я тебя тоже очень рада. Жду от тебя новостей, хочу, чтобы ты меня и всю нашу аудиторию нам рассказал, нас образовала, может быть. Хорошо, все тут профессионалы, образуй меня. Потому что все те советы, что ты говорила, мыть там, как правильно мыть, как правильно сушить, как правильно маску нанести, я использую все. Я всем, даже девочкам, когда встречаюсь, говорю, что вот так вот надо. Это сказала Юля Портуна. Я хвалю тебя, Настя, ты такая молодец. Вот, Юлечка, вот давай поговорим, смотри, мне прислали на тестирование вот этот Beauty Family, бренда NUK. Вот да. Хочется понять, Beauty Family это значит, ну, для всей семьи, правильно понимаю? Ты знаешь, здесь двоякое такое название, Beauty Family это прекрасное семейство, потому что итальянцы, когда создают продукт, это вся история про эмоции. То есть прекрасное семейство лучших продуктов, которые справляются с такими задачами. Ну и действительно, это продукты, которые универсальны и подходят для всей семьи абсолютно. Ага. Юлечка, вот здесь вот запах, вот я уже перенюхала, перетестила огромное количество наших продуктов. Вот у меня вот здесь на полочке все стоит. Вот здесь вот запах отличается кардинально. Вот этот вот запах, если здесь хвойные какие-то древесные, то вот здесь вот идет... как я люблю. Это такой сладкий, парфюмированный, при том, что он такой вот, вот как вот, не знаю, как парфюм. Ненавязчивый, да, при этом? Очень приятный, ненавязчивый. Да, да. Я пыталась поймать этот танец, с чем связано, не поняла, но мне очень понравился запах. Еще вот, когда я мыла голову, я сначала, знаешь, ну я такая экономная же, надо это, все экономно, дорогой продукт, чуть-чуть выдавила, начала мыть и понимаю, что он не пенится. Думаю, как так, смыла на второй раз, чуть-чуть больше добавила, пенится. Думаю, ну понятно, значит, проблема во мне, а не в продукте. Кстати, нет, Настя, я хочу тебе сразу, поэтому давай фидбэк тебе дам небольшой. Когда мы с тобой говорим, ну, во-первых, давай те, кто только к нам присоединился, я немножко расскажу. Линейка Beauty Family, и ты использовала дома продукты из серии Sweet Relax. Sweet Relax, там у нас есть шампунь, маска, у нас есть с тобой специальный флюид несмываемый. Sweet Relax была предназначена специально для клиентов с очень плотными, трудно поддающимися волосами, вьющимися, или как итальянцы красиво говорят, мятежными волосами, для того, чтобы их релаксировать, разгладить, ну и справиться, то есть придать им такую дисциплину, скажем так. Теперь по поводу фидбэк, по поводу того, что шампунь первый раз не пенился. Очень классно, что ты это заметила. Смотри, большинство шампунев, если мы сейчас с тобой про масс-маркет говорим, да, они зачастую имеют, например, сейчас самые часто встречаемые, это лауретсульфат. Никакой, конечно, жуткой истории он нам не приносит, то есть он просто считается более агрессивным, чем, например, в профессиональных продуктах, где он не используется. Он дает активную пену, он хорошо очищает, до скрипа промывает кожу головы и так далее. Но если мы с тобой говорим про профессиональные, например, продукты, здесь даже на упаковке есть такая надпись No SLS и SLES. То есть это обозначение лаурил и лауретсульфата, они здесь не используются. Соответственно, вместо них, как очищающий компонент, используются мягкие павы. Например, аммониум лаурилсульфат, он вообще очень часто встречается в шампунях для детей, да, которые используются, детские продукты. И поэтому не всегда с первого раза ты можешь видеть достаточно активную пену. В эти шампуни нужно добавлять больше воды. То есть ты нанесла, вспенила, и больше воды, и он дает активную пену. И очень хорошо, что ты промыла второй раз, потому что первый раз он загрязнения остальные, ну, самые основные убирает, а второй раз он уже намного лучше промывает и освежает. Поэтому очень классно, что ты это заметила. Да, действительно, пена здесь не такая активная, но и само состояние кожи, головы и волос после использования
использования этих продуктов, они намного мягче, приятнее и так далее. Угу. Очень интересно. Вот видишь, я такую информацию бы нигде не получила, допустим. Вот еще смотри. Да, да. Ты волшебница наша. Вот смотри, Юлечка, вот когда я пользовалась вот этой маской, тут было написано, я прочитала. Я все прочитала, тут было написано 5-10 минут, надо подержать. У меня так всегда времени нет. Я нанесла, да, не, ну я все сделала, как ты сказала, то есть я промокнула волосы полотенцем, как ты сказала, чтобы меньше продукта уходило, сделала эту маску. Я не держала, честно скажу, я 5 минут не держала, у меня времени не было. Но уже даже когда я 5 минут не держала, я чувствовала, что они вот так вот, ну, уже хорошо расчесываются. Mm-hmm. Mm-hmm. Это был какой-то моментальный эффект. А почему? Почему с другими так не происходит? Я просто долго маски держу на голове всегда. Сейчас объясню. Вот эта вот серия, как я уже сказала, была предназначена специально для вьющихся волос, пористых и так далее. Вьющиеся волосы априори от природы имеют пористую структуру и приоткрытую кутикулу. И вот эти продукты были специально предназначены для того, чтобы плотно закрыть чешуйки, чтобы волосы были более гладкие и легче поддавались укладке, то есть проще было вытянуть их на брашинг. Соответственно, даже не выдерживая продукт полноценное время вытяжки, у тебя все равно эффект мягкости и гладкости остается. Кстати говоря, несмотря на то, что на упаковке написано «выдержит 5-10 минут как интенсивный продукт, как интенсивную маску», 1-2 минуты тоже подержать можно. В этом случае ты работаешь только на кутикульном слое и, соответственно, закрываешь чешуйки. Это дает хороший блеск, это дает хорошую расчесываемость. Соответственно, если ты выберешь один день в неделю и подержишь маску чуть дольше, у тебя будет более такой питательный эффект, и ты увидишь абсолютно... волосы будут вот, вообще абсолютно другого качества. Поэтому обязательно выбери себе один денечек и подержи ее чуть подольше. Да. Обязательно. Юлечка, я с вами уже тещу продукты Нук. Очень хорошие. Я никогда такими продуктами не покупала, честно скажу. Я больше там корейская косметика, ну что-то такое, полупрофессионально, можно сказать. Но я заметила, что в течение этого месяца у меня меньше смывается краситель с волос. Мне это показалось, да, или действительно так? Это классно, что ты заметил, потому что практически во всех наших продуктах, какой ни возьми, есть специальный комплекс защиты, потому что клиенту всегда тяжело донести, что необходимо использовать продукт для того, чтобы поддерживать цветовой пигмент. У нас достаточно жесткая вода, способствует вымыванию пигмента, а две самые нестабильные молекулы пигмента — это красивый платиновый рыжий оттенок, но тем не менее обладательницы других цветов тоже страдают вымыванием цвета. В унии кондиционера был добавлен комплекс поддержания цвета, это кислый pH, который держит кутикулу закрытую, вот поэтому как раз таки ты могла заметить, что цвет на волосах, он сохраняется намного. И это круто! Да, ты права. Вот смотри, у нас вопрос, как часто можно делать эту маску? Нет, маску, смотри, ты можешь делать достаточно часто по мере необходимости, потому что она не перегружает волосы, она не перетяжеляет, если у тебя на это есть время. Ну а так, в принципе, наша рекомендация 1-2 минуты выдерживать при каждом мытье, например, как интенсивную маску раз в неделю, позволить себе быть принцессой и побыть чуть дольше в душе, чтобы волосы были более красивые. Другие, да, друзья, другие бренды будут представлены, но у нас здесь мы не торговая площадка, мы информационная площадка, мы вам рассказываем о том, что есть на рынке, и то, что я реально тестирую, а я ваш клиент, я клиент каждого из вас, и рассказываю просто свои ощущения, потому что эти же возражения могут задать вам, как парикмахеру, когда вы им дадите какой-то продукт. Вот, еще вот расскажи, я просто не понимаю, что такое флюид. Вот я его использовала, но я не понимаю, для чего это вообще изобретено? Смотри, флюид был предназначен специально для того, чтобы сделать волосы более податливые. То есть даже линейка называется Sweet Relax, то есть сладкое релаксирование такое. Более податливые волосы, с которыми проще обходиться и проще их укладывать на фен, например. Этот флюид наносится на влажные волосы, не смывается. Я надеюсь, ты не смывала его, я надеюсь. Нет, не смывала, да. Хорошо. На влажные. Но это же на кончике, да? На кончике, Юль, наносится? Пожалуйста.
ты можешь наносить на кончики, но если мы говорим пористые вьющиеся волосы, я наношу, ну, слегка отступая от корней, прям по всему полотну. Это дает мне гладкость, дополнительно закрывает чешуйки волоса, плюс еще придается блеск, и у меня волосы, они прям буквально скользят по брашингу и становятся... Юлечка, а ты можешь с Wi-Fi... Юлечка, можешь с Wi-Fi... Говоришь, что не всем подходит данная линейка, потому что если мы говорим с тобой про... Да, она... Потому что очень тяжело... Тяжело, сказать, да. Вот если ты переключишься на сотовую сеть, да? Возможно, будет лучше, если с Wi-Fi переключишься на сотовую сеть. Да-да, я тебе говорю, что я специально переключилась с Wi-Fi, у меня полный LTE ловит, может быть, это какие-то уже технические, ну, проблемы с Instagram, может, ага, быть, связано. А так у меня абсолютно нужная антенна, да. Ну вот, смотри, когда я нанесла, он такой вот, мне показался он жидковато-маслянистый какой-то. Да, да. Все правильно. Там и должна присутствовать такая... В составе флюида есть дополнительно масло кокоса, масло хлопка и, сейчас скажу, масло какао. То есть это как раз-таки нужно для того, чтобы сделать волос более приятным, податливым и так далее. Но это не масло. Вот носим, да, мы прям чувствуем консистенцию масла. Это именно флюид, то есть это сочетание как и масло, но и более легкого продукта для того, чтобы не было вот тебя, эффекта, тебя ну, очень... боюсь этого слова сказать, эффекта сосуда. То есть, чтобы волосы не висели у нас, но при этом выглядели красиво. Так, периодически плохо слышно. Прости, не слышу. Периодически плохо слышно, но я Настенька, читаю по губам уже. Меня потрясаешь немного? Да, да. Понятно. Вот еще посмотри, я, в принципе, помыла голову, я не укладывалась, я не умею чуть-чуть укладываться. Это вот многоуважаемые мои любимые парикмахеры, это вы все умеете, я это делать не умею. Я посушила просто голову, просто феном, просто расческой. И они у меня не волнистые, кстати, при том, что у меня текстура это сильно волнистая. С чем это связано? Не слышно тебя. Ты нанесла, посушила просто расческой, и они у тебя просто стали... Да, да, все верно, да. Я вот ничего не использовала. Да, у меня то же самое. Я тебя очень плохо слышу. Давай попробуй поймать другое место с Wi-Fi. Давай, давай, конечно, конечно. Нанесла, и волосы стали, поняла. А, да, все верно. Очень видишь, они не волнистые. Я предлагаю еще раз выйти, еще раз подключиться. Да, волосы стали... Вот я, в принципе, говорю, ничего не делаю, я просто расческу расчесала и феном просушила, все. При том, что не брашинг. Это вот у меня толстая такая обычная расческа, массажка. Да, да, да. Да, да. Все правильно. Это вот как раз-таки эффект легкого выпрямления, который дает продукт. Но я сразу должна заметить, что различные флюиды и вообще стайлинги, о которых мы говорим, они нам нужны для того, чтобы просто упростить эту мастер, например, который укладывает клиента, либо тебе, как клиенту, чтобы было проще укладываться дома. То есть они никакого чуда не дают. Но, тем не менее, они просто помогают тебе выстроить ту форму, которая тебе не... И опять-таки же, здесь я сразу оговариваю, что, например, ты заметил эффект, что волосы стали более прямыми, более податливыми, ты особо с ним ничего не делала. Но такой эффект может подойти не всем. Например, если мы говорим короткую стрижку, очень тонкие волосы, таким клиентам, наоборот, необходим какой-то дополнительный объем. И вот эти вот продукты, им могут казаться более плотными и тяжелыми, потому что у них абсолютно иная задача. Вот почему у нас сейчас очень много различных средств для того, чтобы брать по типу кожи головы, по типу волос, по типу вообще клиента. Вот и для этого как раз-таки есть профессиональные средства. Да. Ой, спасибо большое, Юлечка. Безумно рада тебя видеть, слышать. Спасибо за потрясающие продукты. Пахнут очень вкусно. Просто я любительница парфюмированных запахов. Друзья,
Мы с вами встретимся в 18:30. У нас будет очень интересная тема. С Юлечкой мы сейчас прощаемся. До новых встреч, моя дорогая. Ой, Настенька, я тебя хочу работать. Кстати, обязательно, да, чтобы все наши участники подписывались. Во-первых, на программу We Are Hairdresser, да, мы парикмахеры. Это очень крутая платформа для своей реализации, для того, чтобы куча всего нового. И плюс еще обязательно подписывайтесь на нас. Мы находимся под брендом NOOK. Настюш, я с тобой прощаюсь. Была рада тебя видеть. До скорого. Увидимся. Пока-пока. Взаимно, друзья. Да, это я забыла сказать вам. Для того, чтобы нужно зайти в приложение «Мы парикмахеры». У кого скачано приложение, просто заходите в подписки. Бренд «Мы парикмахеры». Ой, бренд «NOOK». И там пишите уже информацию, которая вас заинтересовала. Просто можно спросить все, что угодно. Вот. А у кого нет еще приложения «Мой парикмахер», то скачивайте в любом маркете приложение «Мой парикмахер», регистрируйтесь, и вы тогда будете в потоке информации для парикмахеров. Друзья, «Мой парикмахер» — это не социальная сеть. Многие не понимают, многие думают, что это социальная сеть. Это не социальная сеть. Это площадка, которую мы для вас создали, для того, чтобы в дальнейшем вы напрямую покупали в большом количестве обучающие материалы, ну, как букинг, да? То есть мы все понимаем, что такое букинг. Мы приходим на одну площадку, у нас есть возможность сравнить, у нас есть возможность купить, у нас есть возможность там посмотреть отзывы. То же самое. Это значит для тех, кто... спасибо большое. Для тех, кто рассказывает что-то интересное для парикмахеров, тренеров, педагоги для парикмахеров. И это площадка для брендов, которые хотят с вами коммуницировать, вам что-то рассказывать потрясающе, рассказывать о каких-то своих невероятных новинках. Вот для чего все это. Друзья, я вас очень люблю. Я вот не перестаю вами восхищаться, уважаемые парикмахеры. Вас обожаю. Каждый день жду нашей встречи. Вы у меня самая невероятная публика. Самая невероятная. Если бы могла, я бы всех обняла и поцеловала. И, друзья мои, сегодня в 18:30 я жду вас в прямом эфире. У меня будет очень интересный спикер Ваган Вок из Москвы. Это спикер, который парикмахер. Я просто видела еще его картин. За это я могу о нем говорить много чего. Он парикмахер, он рисует потрясающую картину, но он еще и предприниматель. Именно та жилка, которой нам часто не хватает, именно предпринимательская, бизнесменская. И он создал бьюти-коворкинг. Это по-другому совершенно отношение к бизнесу. То есть вы можете работать в салоне, вы можете себе снять кресло в салоне, а можете снять место в бьюти-коворкинге. И вот как раз он расскажет вообще, как пришла эта идея, для чего эта идея. Потому что я знаю, что это... У него было очень много больших проблем, и он решил реализовать эту проблему, закрыв, ну прям, создав новую нишу бьюти-коворкинг. Так что до встречи в 18:30. Я вас очень жду. Друзья, я вас безумно люблю, вы у меня самые потрясающие, вы самые прекрасные. Не перестаю вами восхищаться, удивляться. До встречи в 18:30. Я буду вас ждать.